Девчонки и мальчишки, всем доброе утро. Я проснулась от солнца. Сегодня погода просто супер, солнечная. Чем займемся с вами? Сегодня я вам покажу, что мне сшила Ирина Портниха. Отшила она юбку мне, уже готовая, и куртку. Я это забрала все. Ну и кое-что она там дошивает. Это я потом вам покажу. Сейчас все достану, покажу, а примерки будут в следующем видео. Почему? Потому что верх к этой юбке я жду из Грандстока. Я прямо специально к этой юбке заказала. Естественно, все это примерю. И посмотрю сама, как это будет сочетаться верх и низ, ну и курточка. Ну а пока... Посмотрите, сколько солнца. Это же сегодня какой-то сумасшедший просто день. Солнечный такой. Или может погулять мне сегодня? Или что? Ну сначала позавтракаю. И манекен надо нарядить. Стоит голенький. Надо что-то подобрать на него. Сейчас прямо вместе с вами нарядим. Нарядила. Павлово-Посадский палантино, то стоит как сиротка. Девчонки, столько дел, столько дел. Я ведь вам обещала показать Павлово-Посадские платки мои все. Там новиночки у меня появились в моей коллекции. Вот хочу все показать. И сумки вы просили мои, коллекцию сумок. И где время взять? А еще, девчонки, у меня уже вот гвоздь бит под картину. Здесь будет картина висеть. Ну, надо же картину сначала в багет оформить, рамку ей сделать. Ой, время. Перловку будем варить сегодня. Перловочку сварим. Побольше сварю и заморожу, чтобы потом можно было просто разогреть. Давным-давно перловку не ела, так соскучилась. То есть пока она варится, лучок, морковочку почищу, обжарю и потом заправлю перловку. И будет у меня такая кашка, такой гарнир. Ставлю вариться. И идем с вами смотреть обнову. Так, ну вот что у нас получилось. Это... Так, я вижу, что вам не видно. Солнца так много, что даже перебор отсвечивает. Давайте будем смотреть на кресле. Вот здесь лучше, наверное. Смотрите, вот такая длинная юбочка получилась из полосатой ткани. Сшита безупречно. Посмотрите, как все по бокам совпадает. Посмотрите, как тут на шве юбочка полосатая. И она идет трапецией. И посмотрите, как на шве все совпадает. Вот такая вот получилась елочка. Аккуратненько. Юбка на подкладе. Вот так все сшито. Петелька, пуговка, молния потайная. Вот такая юбочка. Аккуратненькая, тепленькая, длинная. Примерять, девочки, будем в следующем видео. Обязательно, потому что у меня будет подходящий верх, и я все примерю. Но пока вот так показываю. Будет еще одна, абсолютно другая юбочка. Она будет черного цвета. Сидеть будет обалденно. Я уже сделала первую примерку. И прям очень довольна. Там осталось пояс пришить, подклад, длину сделать, как надо. И куртка. Ну, куртка сейчас туда же пойдет. Так, и вот такая курточка по типу косухи. Молния сбоку пришита. Она сейчас вся сияющая, но можно сделать из нее не сияющую, а матовую. Но пока похожу вот так. С юбкой курточку примеряла очень хорошо. Здесь карманы.
подклад в горошек. Ну, он очень сюда подходит, потому что и куртка сама в горошек блестящий, ну и подклад у нас такой. Все подходит, все прекрасно. И она укороченная, прям коротенькая. Ее шили специально для того, чтобы носить с платьями и с юбками. Как она сидит с платьем, я вам, конечно же, покажу. А как она будет сидеть с юбкой, это уже потом. Вот такие девочки обновки. Все увидите. Я вчера окно помыла. Сияет все. Погодка стоит хорошая. Ни ветерка, смотрите, деревья вообще не колышутся. Отлично. Ну-ка. Ой, птицы поют. Девчонки, мне кто-то в комментариях написал, птицы перестают петь в конце июля. По-моему, так мне написали. Ну, вы слушаете? Щебечут. Наверное, все-таки эта примета неправильная. Не перестают они. А что им не петь-то? Тепло на улице. Сытно. Пой себе да пой. Слышите, щебечут. Прям как весна. Как здесь тихо. Где-то далеко-далеко машины гудят. А у нас здесь тихо. Птицы только поют. Вот собачка раздолье гуляет. Прогуляться, что ли, пойти? Слушайте, ну правда? Наверное, надо пойти прогуляться. Смотрите, что у меня получилось. Перловочка сварилась. Сейчас я вот это обжарю. Здесь лук и морковочка. Все. Ну, сейчас, может, еще какие-то специи добавлю. А какие специи? Хмели, сунели, девочки. Хмели, сунели. Моя любимая специя, кстати. Самая ароматная. Простая и ароматная. Так. И еще красного перчика добавлю. Вот такой будет замечательный гарнирчик. Его можно и отдельно есть, просто как кашу. А можно, например, с кусочком рыбы. Или с кусочком мяса. Ну, или сосисочку. Если у кого-то есть, кто любит. Так, красный перчик. Все, и будет красиво. Если бы у меня были грибочки, шампиньоны, например, и укроп, я бы сюда обязательно добавила. Но у меня нет ни того, ни другого. Но у меня есть еще оливки и помидорки. Приятного аппетита! Вот такой, девочки, завтрак. Девочки, вот это платье, которое я купила на Wildberries по совету моей зрительницы. Она мне просто ссылку кинула, я зашла и оп, мое! Но я его не носила, потому что верха не было. Вот к нему и шилась куртка. Ну, многие, наверное, уже догадались, теперь я его могу носить. У него такой интересный ворот, можно его по-разному укладывать. Вот сейчас я к этому платьицу могу надеть курточку. Вот эту курточку. Ну и как водится, когда хочешь курточку, прицепом идут уже и юбочки, и кофточки. Что еще? Что еще идет прицепом? Платьица. Вот так. В общем, она сшита по типу косухи. Как я и хотела. Так, у нее вот здесь вот кнопочка есть, чтобы не расходилась. Видите, такая большая, добротная кнопочка. Вот так. И все.
А здесь она застегивается вот так вот на молнии. Можно вот так открытым оставлять ворот. Можно делать отложную кнопочку. Отстегиваете, отстегиваю. И вот так раскладываю. Прямо как косуха. И она тепленькая такая получилась. Ткань на меху, на тоненьком. Мы все-таки хотели сначала утеплитель еще дополнительно тоненький подвести. Но тогда она получилась бы прям зимняя. А мне зимнюю не надо. Поэтому только подклад. То есть там мех, но подклад поставили. Теперь это не куртка-дубленка, а просто такая курточка. Как я уже говорила, ее можно превратить не в блестящую. Ну, и любой шарфик наматывайте, и все. Карманы мне очень нравятся. Прям так ловко Ирина сделала. Прямо вот это. Мне удобно очень. Вот. И любой палантин наматывайте. Ну какой? Давайте красный. Красный, прекрасный. И все, черную сумочку и в путь. Девчонки, так довольна я. Вы не представляете, теперь я могу носить это платье. Вот тут бахромушки, чтобы висели желательно. И черную сумочку. Можно вот так, можно через плечо. Сейчас. Маленькая сумочка с серебряной фурнитурой. Здорово? Все, я довольна. Теперь я это платье буду носить. Завтра я вам покажу, прям завтра, покажу вам юбку сверху. Но верх будет с блузами из Grandstock. Я прямо к этой юбке их подобрала. Увидите. Не сегодня, завтра сделаю примерочку. Завтра уже у меня это все будет. И я вам покажу. Классная куртка. Девчонки, видите, она прямо сшита коротенькая именно для платья. Именно для платья. Потому что с брюками уже будет не то. А вот с юбочкой... Юбочкой с платьем то, что нужно. Можно платье даже еще подлиннее какое-нибудь. Можно с грубыми ботинками. Тоже будет круто. Все, девочки, спасибо, что посмотрели. Надеюсь, порадовались за меня, что у меня есть теперь такая курточка. Наконец-то платье буду носить. Мечты сбываются. Всем пока-пока.